Канал «Капитан Крым» — это увлекательное путешествие по Крыму и не только. Съемки под водой и с воздуха, автопутешествия и экстрим, встречи с интересными людьми. Откройте Крым заново и получите заряд позитивных эмоций. Друзья, всем привет! Сегодня 24 февраля, праздничный день, и мы с вами пройдемся по набережной Ялты. Температура больше 15 градусов. А начнем мы с вами свою прогулку от морского вокзала. Вот он такой. Пойдем, пройдемся, погуляем, посмотрим, что здесь. В Ялте остался Ленин. Никто его никуда не снес. Стоит, смотрит, как меняется Крым. Редкая картина. Ленин среди пальм. Вот она, набережная Ялты. Посмотрите, сколько людей гуляет, отдыхает, веселятся. Кстати, сегодня пятница, масленичной недели. И все идут к тещам на блины. Привет всем тещам. И всем, у кого есть тещи. От имени всех мужчин России передаю привет. Набережная, конечно, разбитая, но тем не менее, это не мешает народу отдыхать, кататься на замечательных катерках и получать удовольствие от жизни. Ну а думаю, набережная рано или поздно придут в порядок, она будет классная. Кстати, вот тут по всей набережной раньше были торговые павильоны, все это снесли и вместо них теперь поставили вот такие вот симпатичные цветы фонари, посмотрите. Дружба народов, надежный оплот. Дети отдыхают, катаются на машинках, веселятся. Одним словом, праздник, кайф.
Вот ларек «Союз Печать». Модный. Здесь нужно быть аккуратным, а то волной может накрыть. Вон, посмотрите, сколько чаек сидит на пристани. Вот такие вот кафешки. Остров сокровищ. Неплохо оформлено. Якоря стоят. А сейчас я вам покажу знаменитый Ялтинский пляж. Центральный пляж на набережной. Маленькие дети убегают от волн. Вы когда-нибудь в детстве попадали в такую ситуацию, когда волна вас вместе с обувью накрывает? Я попадал. Весело, интересно. Вот такие вот волны в Ялте. Не самые сильные, но штилем не назовешь тоже.
Вот такой вот зимний праздничный день в Ялте. Приезжайте в Крым не только летом, вам понравится. Хоть набережная в Ялте еще и не совсем благоустроена и приведена в порядок, как это должно быть. Вот ржавые корабли, точнее буксиры, ну неважно, корабли, катера, суда. Но здесь обалденный воздух, здесь классное море. И здесь то, что называется самое сердце Крыма. Узнаете, из какого фильма этот персонаж? Можно. И вот тут в Ялте есть такой небольшой парк. Гигантское дерево. Кстати, очень красивое. Пойдем пройдемся по парку, посмотрим. В Ялте очень много вот таких вот замечательно вечно зеленых растений. По-моему, это магнолия, если я ошибаюсь. Ну, еще пока она не цветет. Но где-нибудь в апреле полным ходом будет эта красота. Кстати, в Ялте есть вот такой вот памятник энергоблокаде Крыма. Две символичные лампочки. Так что приезжайте в Ялту, увидите все это своими глазами. Есть вот такая столовка, называется «Едим как дома». Цены: котлета 70 рублей, борщ украинский 60, солянка 115. Вот приблизительные цены на общепит в Ялте. Это такое маленькое кафе в парке. Пиво, колбаски, алкоголь. То, что надо для отдыхающего. Пойдем что-нибудь купим и это. Вот такие вот спортивные снаряжения, на которых можно заниматься. Идем дальше. Вернемся теперь вдоль торговых рядов, посмотрим, какие магазины есть в Ялте. Сразу за парком есть вот такой туалет общественный. 15 рублей стоит. Так что, если вдруг понадобится, приходите, не стесняйтесь.
Are you listening? Damn. Обычные магазины, как и везде. Вот, кстати, Солохина кухня. Если это типа такой столовки, но достаточно неплохо там кормят. Заходите. Я там был. Могу рекомендовать спокойно. Мы с вами побывали в Ялте, на центральной набережной, посмотрели, что здесь и как. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Пишите в комментариях, что вам нравится в Ялте, что не нравится. А сейчас мы поедем в Сочи и сравним Ялту и Сочи. Подписывайтесь на канал Капитан Крым. До скорых встреч!